Жительница Люберец Анастасии Крапиной исполнилось 100 лет. Поздравить с этой знаменательной датой пришли не только члены большой семьи именинницы, но и глава городского округа Владимир Ружицкий. В чем же секрет долголетия и как вековой юбилей встретить песней, выясняла Луиза Егезарян. Низенькой цветелки, огонек горит. За плечами Анастасии Егоровны большой жизненный путь, который легким не назовешь. Война и ранняя смерть мужа оставила ее одну с четырьмя детьми. Но трудолюбие и жизнерадостность помогли преодолеть все трудности. Сегодня Анастасия Крапина – счастливая мама, бабушка и прабабушка. И родственники пришел сегодня на день рождения. Вот дети мои придут, еще вторые придут. Отмечать мне столько этого. Мы сделали сюрприз и пригласили всех. И пригласили это внуков, правнуков пригласили, племянников пригласили. Большой семейный праздник не прошел без внимания властей. Поздравительные открытки и подарки юбиляру вручил глава Люберец Владимир Ружицкий. Вас поздравляют. Прямо с Кремля. Видите, Кремль написан. Владимир Владимирович Путин. Владимир Владимирович Путин. Да. На вопрос, в чем секрет долголетия, у Анастасии Егоровны ответа нет. Но ее дети уверены, это доброта и любовь к людям. Луиза Егезарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Привет, я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.